Сильные мужчины всегда возбуждают интерес женщин. Как демонстрировать мужскую силу? Ну, во-первых, быть просто большим и мускулистым – это, конечно же, хорошо, но все-таки этого мало. Сила демонстрируется в первую очередь в таких вещах, как нечувствительность к боли и, во-вторых, ваша выносливость. Ну, например, это когда вы стоите под дождем, скажем, с девушкой и при этом не ноете, не ежитесь, не пытаетесь у нее там зонтик этот на свою сторону перетянуть. Или когда вы, скажем, обожгли палец зажигалкой и как будто бы даже не заметили. Или когда вы несете ее тяжелые сумки и при этом не ругаете ее за то, зачем ты набрала столько, как бабки старые, у меня поясница отвалится завтра. Вот что, кстати, любят уже женатые мужчины своим женам предъявлять. А потом удивляются, куда вся романтика и страсть девается в отношениях. Также можете девушке показать какие-то свои шрамы, но не ныть, не жаловаться, а рассказать, что это была какая-то забавная история, то есть что-то, что вас не травмировало. Вот от таких деталей возникает ощущение сил.